Привет, дорогой друг, с тобой на связи Владимир Коваленко. Я эксперт в области продвижения сетевого бизнеса в онлайне. И сегодня я хочу вам дать актуальную тему, которую мне часто задают мои партнеры и спрашивают, как же мне сделать прикольные креативные сторисы, потому что на обыкновенную уже люди приелись и не хотят обращать внимания. Поэтому, если тебе актуальна эта тема, как сделать креативные сторисы, на которые будут обращать внимание, захотят нажать, свайпнуть, и ты хочешь привлекать внимание, с помощью них увеличить продажи, тогда эта тема и это видео именно для тебя. Не переключайся, смотри дальше, что для тебя подготовил. Итак, друзья, сейчас я вам покажу, как можно создавать классные видеокреативы для сторис, для постов с помощью инструмента Supa. Это такая платформа, на которой легко можно сделать классный креатив. Куча готовых шаблонов, я вам покажу, как я их использую для себя. Подбираю, делаю настроечки, чтобы все было хорошо. Первым делом, что я бы вам рекомендовал, перед тем, как вы будете создавать видеокреатив, это подготовить текст. Например, сейчас актуальна тема, и по поводу нее я решил быстренько накидал специально для этого видео такие громкие фразы для того, чтобы вписать их в сторис, и с помощью него можно было бы рекрутировать бизнес. Итак, прописываем сначала здесь ваш текст. Ну, это все для вашего же удобства, вы можете фантазировать прямо сразу на ходу, но я рекомендую именно делать так. Дальше. Вы заходите на сайт supa.ru, можете прям в поисковике набрать вот так supa.ru, и вам выдаст вот официальный сайт. Авторизируйтесь на нем. Если вы там еще не были, то вам нужно заново зарегистрироваться. Если были, то авторизироваться. Здесь все просто. Здесь есть разные инструменты, оплата. Есть этот сервис как бесплатный, так и платный. Я вам покажу сегодня, как использовать его бесплатно. Договорились? Итак, для того, чтобы создать классный видеокреатив, я использую, подбираю себе сначала шаблоны. Для того, чтобы подобрать себе шаблоны, нажимаем кнопочку «Создать». И здесь можно выбрать шаблон на квадратное, сторис, тра-та-та. Я беру следующее, пользовательское. И здесь уже иду, смотрю, если мне для сторис нужно в Instagram, то, соответственно, размер у нас должен быть под размер Instagram аккаунта. То есть продолговатые, прямоугольные эти видео. Если для ВКонтакте подойдет и такое. Итак, я смотрю на актуальные темы. Здесь, кстати, вы можете, если конкретно знаете, где, из какой области, то вы можете прям выбрать обложки, тема, мода, смотря в зависимости от того, какая у вас ниша, понабирать, да, и что мы делаем. Ну, например, я показываю, вот выбираю пользовательский и иду, то, что мне откликается по цвету, по дизайну. Здесь ты когда наводишь, можно посмотреть, как оно будет, ну, сама анимация происходить. Нам больше под бизнес, да. Ну вот это неплохая, да, мы себе ставим сердечко, нажимаем, и таким образом эти шаблоны нам попадают в избранное. Такой, например, да, в принципе ничего. Нажимаем сюда сердечко, и он попадает нам в избранное. В общем, таким образом вы себе набираете избранные шаблоны, которые вам больше всего нравятся. Следующим шагом мы делаем следующее, что? Создать видео. Выбираем из шаблона. То есть у нас уже готовы и избранные шаблоны. Это то, что мы себе сохраняли, когда выставляли сердечки. И теперь выбираем, какой у нас будет первый слайд. Здесь у нас «Хочешь заработать в кризис», да, фраза. В принципе, вот это вот подходит. Или вот это. Нажимаем. Нам открывается первый ролик. Смотрим на время, которое он длится максимально. Он длится 11 секунд. Это можно посмотреть или здесь, или вот здесь. Собственно, нам нужно несколько будет слайдов, поэтому нам этот ролик необходимо будет уменьшить. Для того, чтобы его уменьшить, здесь есть ползуночек, но он двигается только в большую сторону. Его можно увеличить по времени. Нам нужно уменьшить. Для того, чтобы уменьшить, берем здесь
и отодвигаем ползунки все. Дальше сможем посмотреть, насколько оно уменьшается. Один такой вот движок, движение это 0,1 секунда. 0,1, не 1, а 0,1. Уменьшаем. И теперь вот здесь у позвоночка мы сдвигаем. То есть мы уменьшили на 5 секунд. Ну, для первого слайда, смотрите, здесь можно разбить 1, 2, 3, на 4 слайда. 4 слайда, 15 секунд. Ну, давайте по 4 секунды. А потом на 5. Ой, а потом на 3. Да, давайте сделаем для 4 секунд. Уменьшили так. Теперь можно подвинуть. Вот его. 3,9, да? Теперь дозаполняем. Готово. У нас на 4 секунды первый слайд. Теперь, что мы делаем? Нам нужно посмотреть все моменты, которые будут. Каждая вот эта штука, она отвечает за определенную блок в шаблоне. Изображение. Нам больше интересует текст. Так, как открыть бизнес нуля? Нажимаем и здесь пишем. Хочу заработать в кризис. Окей, отлично. А теперь следующий текст был здесь 20 идей. Можно дописывать, можно что-нибудь другое. Ну, я, например, удалю. Здесь вот крестик, нажали, удалили. Все, здесь в принципе с этим знакомо. Мы можем просмотреть, как это будет выглядеть. Очень, в принципе, хорошо. Еще один момент. Так мы будем использовать бесплатную версию. Внизу будет вот здесь, вот по окончанию, когда мы сохраним, водяной знак супы, то есть сервиса. Мы его будем обрезать. Для того, чтобы мы не обрезали текст, нам нужно, ну, в принципе, немножко можно поднять буквы, ну, все шаблончики, да, все составляющие. В принципе, вот так нормально. Все, дальше, смотрите. Дальше добавить новый слайд. Но что мы делаем? Чтобы нам самостоятельно не создавать, мы нажимаем «Сохранить». Сохраняем. Идем на видео. Избранные шаблоны. И выбираем следующий слайд. Давай вот этот неплохой для онлайна. Да, у нас дальше идет премия онлайн-бизнеса. И берем следующее, что мы копируем этот слайд для нашего другого. Для того, чтобы скопировать, мы нажимаем кнопочку, вот, копировать, копируем и скопировать слайд для использования в другом видео. То есть мы скопировали, дальше, значит, выходим, да, мои видео. Вот мы создавали. И теперь здесь, видите, есть вставить скопированный слайд. Вставляем. Он готовый, следующий слайд. Он длится, смотрим, опять-таки 9 секунд. Нам нужно на 4 секунды. Значит, нам нужно его сразу уменьшить. Давайте двигать и будем уменьшать. Следующий текст. Как раз 4 секунды. Время онлайн-бизнеса. Ну, берем здесь, пишем. И давайте даже вот здесь вот можно сделать. Чтобы поработать со шрифтом, вот можно с правой стороны увеличить. И здесь пишем бизнеса. Также здесь можно с жирным текст сделать, поменять шрифт, увеличить шрифт. Чуть-чуть выше поднимем, да, потому что нам нужно будет обрезать, вспоминаем, да, помним, что мы будем обрезать. Дальше можем посмотреть, что у нас получилось.
так, мы понимаем, что здесь есть пробел, да, сначала пустота, нам нужно его укоротить, поэтому здесь мы будем всю эту анимацию подтягивать, чтобы это быстрее появлялось, чтобы меньше это времени у нас занимало. Мы также можем это все потом, драгоценные наши секундочки, обрезать, использовать для другого слайда. Так. В принципе, раз — и сразу появляется. Отлично. Анимацию можно пораньше нажать и убрать. Смотрите, вот раз. Просмотр. Опа. Красиво, да? Теперь время следующего слайда. Опять. Это сохраняем, чтобы оно у нас сохранилось в наших видео. То есть вот оно. Дальше идем создать избранные шаблоны для следующего. Передаем весь опыт, маркетинговые инструменты, доводим до результата. Да. В принципе, вот такой вот нам подойдет слайд. Нажимаем его, копируем. Скопировать для использования в другом слайде. Заходим в мои видео. И видим, что внизу пролистываем, видим вставить скопированный слайд. Вставляем. Дальше нам нужно будет здесь все это подредактировать. Здесь, в принципе, это нам не надо. Убираем, выделяем, нажимаем Delete. Кстати, чтобы вы знали, фон тоже можно менять. Для того, чтобы заменить фон, нажимаем сюда. Здесь уже есть готовые фотографии, разбитые по рубрикам. Также есть готовые видеоролики. Например, деньги. Да, пишем деньги. И всего. Нам все разные видеоролики с деньгами. Машины. Разные видеоролики с деньгами. Для того, чтобы загрузить свое, нажимаете загрузить фото или видео. Выбираете. Если вам нужно, да? Я хочу такую фон добавить. И сюда добавляете. Я пока этого делать не буду. Меня устраивает то, что сейчас есть. Дальше смотрим. У нас этот слайд опять-таки на 10 секунд. Да? Нам нужно его уменьшить. Давайте его будем уменьшать. В принципе, это можно сделать последним слайдом. Да? Теперь прописываем. Выбираем, что у нас первое было. Передаем весь опыт. Доводим до результата. Так, теперь нам нужно, опять-таки, я вам напоминаю, что нужно подвинуть наверх, потому что здесь, смотрите, мы будем обрезать. И чтобы не обрезать... Та-та-та-та-та-та. Нам нужно это все поднять наверх. Отлично. Смотрите, еще в чем есть фишка. Здесь есть анимация каждого элемента, и мы можем ее ставить. Так. Вот этого. Да, нажимаем на него, и мы видим следующее, что здесь стартовая анимация, скорость снизу, анимация пульс. Когда вы наводите, оно будет вам показывать, как оно будет. И дальше. Вот, смотрите, раз, и оно так будет прыгать. Вот такая вот анимация. Все, в принципе, нас устраивает все то, что мы сделали. Все три слайда. Можно просмотреть теперь все, как это будет выглядеть. Отлично, мне нравится. Следующее, что мы делаем, нажимаем сохранить и нажимаем скачать. Бесплатной версии
можно скачать в таком формате. Нас это устраивает. Нажимаем «Сгенерировать». Скачать и сохраняем. Вот так выглядит теперь наш. Видите, внизу появился водяной знак. Нам его нужно убрать. Каким образом? Это можно сделать онлайн. Пишем «Обрезать видео онлайн». Нажимаем. И что нам нужно сделать? Выбрать файл. Выбираем значок «Обрезание», «Произвольно» и ручками потом. Видите, вот здесь вот находится водяной знак. Сохранить. Скачать. Видите, теперь у нас без водяного знака, ничего нету. Я вас поздравляю, друзья, вы научились делать классный креатив. Теперь, если хотите, прямо в телефоне можете наложить через InShot музыку, если это необходимо. Ну а в целом, получился очень классный, креативный сторис. Я желаю, чтобы теперь ваши видео и ваши сторисы были очень прикольными, актуальными и привлекали внимание. Используйте этот бесплатный инструмент, то чтобы привлечь к себе внимание. Всем peace, до встречи. Ну что, дорогой друг, я надеюсь, тебе было полезно, ты получил пошаговый инструмент, как создавать креативные сторисы, которые тебе помогут увеличить продажи в твоем бизнесе. А это, конечно же, главное. Мы занимаемся бизнесом для того, чтобы зарабатывать. Поэтому, если тебе было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Не забывай, что всегда на моем канале ты найдешь классные видео, которые без воды, четко, конкретно и по делу. У меня есть одна особенность, я все сложное делаю простым. Поэтому до скорых встреч, подписывайся, увидимся.